Между тем, в центре города предотвратили еще один возможный взрыв. Строители, проводившие ремонт в нежилом здании на пересечении улиц Соколовой и Пугачевской, обнаружили подозрительный пакет. На место выехали специалисты службы спасения, полиция, ОМОН и группа разминирования. В результате обследования установили, что в пакете предположительно находится граната марки F1. Наличие взрывчатого вещества установят после проведения соответствующей экспертизы. В целях безопасности сотрудники ДПС на несколько часов оцепили Соколовую от Пугачевской до танкистов, в результате чего в этом районе образовалась автомобильная пробка.